И еще одна задача, которую мы сегодня рассмотрим, это задача Super Resolution. Задача Super Resolution заключается в следующем. У нас есть какая-то картинка с очень низким разрешением. Мы хотим это разрешение увеличить в два раза по каждому измерению, то есть по x и по y. Как сделать такую нейронную сеть, которая решает задачу Super Resolution? Нужно сделать сеть, которая принимает на вход картинку, и на каждый пиксель входной картинки выдает 4 пикселя выходной картинки. Как нам обучать такую сеть? Такую сеть можно обучать очень просто. Допустим, мы взяли какой-то набор картинок высокого разрешения, и теперь мы уменьшили все эти картинки в два раза по каждому измерению. После этого мы берем как входы в картинки низкого разрешения, а на выходе должны получать картинки высокого разрешения, и мы можем сравнивать то, что получается на выходе, с тем, что было у нас изначально, до сжатия. Таким образом, можно решать задачу Super Resolution при помощи нейронных сетей.